Всем привет! У нас очередная велокатушка. Поехали мы в сторону Нерадова. И всего скорее к качелям на НР. А дальше увидим, куда нас занесет. Смотрите в этом видео. Серега пропал. Приехали мы к озеру. Как у тебя впечатление от поездки по дороге? Нормально. Нормально. Ну пойдем. Нам надо здесь. Вот я тебе, помнишь, говорил? Каналы. У них вот насосная станция. Подержи. Я сначала велик. Оба. Перенесу. Ты она снимаешь? Да. Давай. Оба. Теперь я переноси велик ты, да. Вот такая здесь местность крутая. В принципе, я уже в своих видосах это озеро снимал раньше на более плохие телефоны. Историю этого озера очень интересна, но мы ее рассказывать не будем, так как все равно мало нас кто смотрит. Да ладно. Чё? Мостик. Да, слушай, я вот думаю, а эти часом не на этом ли мостике были, хотя нет. Здравствуйте. Это, наверное, кто-нибудь прыгать сделал. Так, Серега, сейчас разберемся. А, вон лестница, видишь? Я не знаю. Ну, свои впечатления от этого озера. А что я должен сказать? Ну что, красивое, да? Ну да, это скорее типа с каких-то предсенда великах сюда запрыгивает. Ну я не знаю. Вот у меня был сюда мысль-то. Ночью с палаткой. Вот тут видишь. Тор. Тут сыро. Не. К тому же он проваливается, прогибается, так сказать. Вот на тот берег, если. Вон туда. Вот там смотри, заросло. Я там был 4 года назад. Вот уже изменилось. Да за это время там все зарастет. Не, раньше хотя бы просвет было видно. Немного. А теперь даже прям, просвета да, нет. Сейчас, ну, смотри, сплошь все. Ну сейчас еще, считай, чуть ли не середина лета. Ну еще не середина, прям вот, смотри, уж плывет 100%. Видишь вон? Ну-ка, без ширика сними. Видно полоску, нет? Да, видно полоску. Помнишь, мы с этой снимали здесь уже это. Ну да, они здесь постоянно плавают. Так, ладно. Че, я, наверное, все-таки искупаюсь, че я зря приехал. Нет, не зря. Блин, не кувырнуться бы. Ты не кувырнешься. Вода теплая. Так что сейчас будем устраивать хардкор. Давно я этим не занимался. Вот так, держи. Все. Главное, чтобы эта доска не улетела вслед за мной. А то ведь многие из вас даже на мою могилу ходить не будут. Кайф. В телевизоре все время говорят, что не ходите в лес, вас покусают клещи. Те, кто видел видео
о том, что я словил вот сюда клеща. Причем я его словил в городе, а не в лесу. Вот сейчас вы видите, я в лесу почти. И никаких клещей на мне толпами не ползает. Один товарищ сказал, что если через 10 дней не парализует, то все нормально. Уже прошло больше 15 дней. Как видите, со мной все в порядке. Так почему они говорят, чтобы вы не ходили в лес? Да вроде чисто. Надеюсь, из него воду пьет. Сейчас я испытаю сначала на себе ее. Нормально. Так что я думаю, можно смело эту воду пить. Воду пить. До свидания, Сапи. Погнали. Погнали. Как еще? Тихо, вот туда. Непонятно куда. Заехали. Как это озеро называется? Нерадово. Заехали на Нерадово, а на обратном пути вот в колодце набрали воды. Бутылку, которую мы выпили. И сейчас поедем дальше. Что? Как впечатление? Под мост не пойдешь? Нет. А чё так? Просто не хочу, только что же сказать. Кое-что через плечо. Да, я записывал. Ну я же не вытекался. Ну да. Можно. Погнали. Погнали. У нас тут заминка на дороге. Я же не знаю, где на стрелку-то ехать. Я там был всего лишь один раз в жизни, и то ночью. И я, походу, проехал эту дорогу. И мы уехали намного вперед. И поэтому мы поедем в Второво. Да, на качели мы не попадаем, едем во Второво. Еще там опять гонят где. Что, опять это, что ли, на Volkswagen? Не, вроде смятая тачка-то. Если это опять этот крупный напрыг, нет. Нет, это не он. Ну, а если бы это был он, спрашивается, он что, нас лишний раз позадирать решил? Да полно кому мы нужны. Ты думаешь, он про тебя помнит? Нет. Вообще какой-то новый. Судя по четырем кольцам. Аудюха? Да. Ну что, едем дальше? Как же нам повезло, что тут были почти да. На нашей стороне. Так сказать, не надо будет вот как там. Не знаю. Не знаешь? Совсем? Совсем не знаю. Чё так совсем? Ну, не во Второго. Нет, мы не во Второго, мы в Мирном. Мы где-то рядом. Мы в Мирном. Мирный. Ну чего, все, я тебя взял. Еще два это класс. Поехали теперь во Второго. Там через железку.
и ближе к дому. Понял? Скоростной. Даже удивительно. Вот так вот. Уважаемые граждане, железная дорога – зона повышенной опасности. Ну чё, где он проходит? Ну чё, ты скажешь что-нибудь? Нет. Ничего? Я не знаю. Слышь, секунда. Может, он не с той стороны? Это вон не он? Вон там что-то белое. Скоростной. Прям как я. Скоростной. Сама да. Скорость просто. Чё, медленный думаешь? Не, это лишь кажется из-за расстояния. Ну не знаю, сейчас увидим. Так-то он достаточно быстрый. Серега думает, что это медленный поезд. Сейчас заценим. Нет, достаточно быстро. Хотя не кого я обманываю. Да не, где тут на? Хотя нет, достаточно быстро. Ну-ка. Как для российских поездов. Ты думаешь, это быстро? Ну, для российских поездов это очень даже быстро, я тебе скажу. Слушай, я бы не сказал, что он это. Слушай, мы к самому шоу попали, да? Ну, шлагбаумы поднимаются. Да ладно, что ты? 90. Ну как тебе шоу? Нормально. Нормально? Такой геморрольный механизм придумали. Два шлагбаума было, да? Ну что, поехали. Мы перешли как культурные люди, да? Да. Где там все? Подустали мы уже. Что-то у нас в гору не едется. Да тут гора, блин. Не, ну гора тут, конечно. Метров 300. Конкретная, да. Полкилометра будет. А он как раз, видишь, откуда он там он повернул. Ага. И там, там и есть такой, это. Хоть и не так, не в такой. Та дорога, куда нам надо. Ага. Вот. Ну сколько мы уже проехали? Километров-то 40 мы накатали, да, наверное? Давай посмотрим. Как думаешь? У меня тут все это время оказывается. Давай посмотрим, как будет проехать. Давай. Найти правду. Вот. Сейчас встанем вон лошадей. Ну, пофоткаем. Скажем так. 6, он вон там. 6,5 лошади. Без 100 метров. Нет, это ты пёхом, образно говоря, по мирному гулял. А так это все надо, образно говоря, дома смеряем с карты. Да, мы по карте отметочку сделаем. И в описании напишем, сколько прошли. Сколько оно насчитало. Нет, сколько мы вообще проехали. Что ты говорил? Говорю, остается самая сложная дорога. Ну да, от там. Города Тереховец. Дорога гонщик, можно сказать. Да. Но мы нормально ее проедем, не переживая. Опа! Там ничего сюда не едет. Да. Мы немного вообще что-то на этой жаре вымотались. Здесь решили, видно, остановку не делать. Нафига, да? Она вон там есть. Ну чё? Сейчас не смогу. Сейчас должен в той стране нет машины. Ага, и появилась да? Машина там-то. Сейчас посмотрим. Сегодня очень много мошек. Если видно, вон вокруг нас обувь. Вон, на Сереге сколько их. Это... Самое смешное, они просто раздражают. Они даже не кусают, как обычно. Ну это хорошо, что они не кусают. Они просто раздражают. Такое может быть только в России. Типа водила поезда вышел позвонить по телефону. В
угарно. Вы не поверите, даже сюда добрались москоносцы. Уж вроде глушь, посмотрите, ничего нету. Чистое поле почти, с деревьями. И вот тебе на такое. И тут маска. Да. Какой-то... Ой. Что за безобразие? Какой-то сектант из коронавируса последнего дня выбросил свою маску. От них никуда не деться. Они теперь везде. Хлеще, чем раньше свидетели Иеговы. Ребята, мы просто устали. Это не описать как. Столько проехали. Вот мы бросили велики. И